Добрий вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. А тема нашого сьогоднішнього ефіру – як зберегти та покращити ліфтове господарство Миколаєва. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки. А у нас в студії гості – директор колективного підприємства «Миколаїв Ліфт» Максим Хівріч і директор товариства з обмеженою відповідальністю «Центр Ліфт» Сергій Швець. Друзі, добрий вечір. Ми раді вітати вас в нашій студії, тим більше, що у нас є нагода. А саме, за останній час значно збільшилась кількість випадків вандалізму та крадіжок обладнання ліфтового господарства. Загалом було, друзі, розкорочено близько 50 ліфтів. Я знаю, що для вас це дуже боляче питання. Але, вибачте, у нас є фото з місця події. Я розумію, що вам це важко дивитись. Втім, давайте подивимось і прокоментуємо, так? Зараз ми подивимось відео з місця події. Ось, дивіться на ваших екранах під'їзд, і саме тут знаходяться ліфти. Хто буде коментувати? Максим Вікторович або Сергій Маркіянович? Будь ласка, ось ми бачимо, що розкрадання механізму, так? Дверних двигателей. Так, це... Получається, шахта ліфта, чоловік проходить в під'їзд, крючком відкриває дверь. Это верх кабины, над кабиной есть... Безжалостно раскрадая механизм, дверной двигатель, так? Да, и он снимает дверной двигатель, и лифт останавливается. Без якого лифт не может працювати далі? Двери, естественно, открываться не будет, сразу ошибку выбивает станция управления, и лифт не работает. А если лифт старый, то он ездит, но двери не открывает. Зараз ми побачили ці фото. Для чого, друзі? Щоб ви теж зрозуміли масштаб втрати. Тому що пошкодження ліфтового господарства, воно дуже дорого, так? Дорого. Будь ласка, на яку суму взагалі постраждали ліфти за останній час? Ну, за останні три тижні, наприклад. Ну, если взять компанию «Николаев Лифт», то за последние, скажем, три недели было украдено 27 таких двигателей. То есть это компания «Николаев Лифт». Воруют не каждую ночь, но пару раз в неделю воруют, снимают сразу 6-8 таких двигателей за один раз. Тобто вночі люди заходять у під'їзд, розчиняють двері ліфтів, да, і здійснюють крадіжку. Да, і знімають ці двигатели. Вони небольші, тому... У них удається. А куди їх можна потім реалізувати? Навіщо їх? Ну, у мене тільки, в принципі, наверно, одна мисль, або здавати їх на метал, ці двигателя, або... Либо на ринок продають. Да, або на ринок, віддавати на реалізацію, да. Будь ласка, Сергій Маркіянович, ваша фірма наскільки постраждала? У нас десь 10 двигателей, ну, ціна одного двигателя від 2,5 до 3 тисяч гривень СДС. Это опять же, если это департамент ЖКХ, а есть жители УСМД, которые ложатся на же самих жителей квартир. То есть люди обязаны... За власний рахунок за люди рахунок обов'язково повинні, ну не обов'язково, але саме за власний рахунок повинні ремонтувати ліфти. Або вони звертаються до вас? Ну, вони звертаються до нас, якщо це УСМД, то... Ну, мы же подписываем договор на рассрочку, либо ждем, то есть, ну, акт дефектный подготовили, если есть наличие на складе, мы меняем. Если это департамент ЖКХ, то мы пишем, опять же, дефектный акт на баланса утримывача, он подписывает, выезжает эксперт, оценит, ну, что действительно нет. Ну, проверит, да. Ну, процедура занимает 2-3 недели, месяц занимает, чтобы люди пешком не ходили, мы зафиксировали поломку, кражу. І одразу запускаємося складом. Тобто ви миттєво реагуєте на проблему? Ну, стараємося, при наличі на складі стараємося, так. А скільки взагалі, наприклад, буде коштувати ремонт? Зараз ми подивились на фото. Роботи ми не вважаємо, тобто ми беремо тільки обладнання, так. Ми безплатно виконуємо ці роботи. Тобто роботи – це буде за наш счет, але к цьому двигателю, опять же, потрібно готувати площадку, на якій вона буде кріпитися, а потім кріпитися вже на купе-кабіну. Тобто це займає чуть-чуть часу. То есть из 27 лифтов, Николаев Лифт сейчас пустил уже 7 лифтов. То есть за наш счет, еще ни копейки мы не получили, это все в будущем будет. А остальные двигатели в пятницу утром приехали на склад. То есть сейчас изготовят площадки, и в течение этой недели мы будем запускать лифты.
Крадіжки значно пошкоджують ліфтовому господарству, взагалі виводять з строю і ліфти не можуть працювати. А є ще акти вандалізму. Будь ласка, Сергій Маркіянович, Максим Вікторович, ну, от, наша компанія «Центрліфт» буквально в прошлом году, в 17-16, ми смонтировали около 12 ліфтов, які простаивали около 20-25 лет. Это независимо, что кто-то мог сделать или не мог. Просто мы дали городу кредит. И на сегодняшний момент 12 лифтов, которых мы смонтировали, люди 20 лет ходили пешком. И по сегодняшний момент лифты разрисованы, кнопки выколоны, палены. То есть люди, их устраивает, видать, такой комфорт. Але все ж таки ці ліфти пошкоджують не мешканці. Мені важко уявити, що самі мешканці пошкоджують люди, ліфти, на яких вони їздять. Люди, які пользуються цими ліфтами. Які там мешкають? Ну, як там, так. Ну, може, які живуть, може, в гості, може, хто-небудь ще. Да. Но факт остається фактом, дійсно, ліфти швидко розрисовують, царапають ключами і так далі, краску з потолком питаються, знаєте, зажигалкою, грубо говоря, проверить його. І такі случаї постійно. Але нові ліфти, вони, їх неможливо підпалити. Я знаю, що вони з таких матеріалів, що вони... По правому Пабелу, раніше були ліфти з ДСП. А зараз йде, ну, давно ще правило, що ліфти повинні бути... Ось зараз, бачите на фотографії, ось і сміття. Саме ці ліфти, це нові ліфти, це так? Це нові могильові, так. Да. Так, да, це нові. Ось пошкоджена кнопку, розкорочено так, дуже треба було постаратися, щоб так. Ну, тут постаратися потрібно було, так. Да. Ось ще это кабелі, наш... які... Це ми закупаємо, у нас теж була біда до Нового року і після Нового року. У нас... А от зараз, дивіться, це що, обрив кабеля? Ну, це бухта стояла. Просто люди багато задають питання, що ми режемо і продаємо ці кабеля самі. Угу. Ми просто показуємо, що от як обрізано, кабель вже з'єднити не можна. Але щоб зрізати такий кабель, це треба ж спеціальний матеріал? Ну, це треба мати поняття, як відкрити двері, як працює електрика, щоб... Тобто люди, які здійснюють крадіжки, вони знають, як влаштовані ліфти, так? Як просто звичайний житель не зможе двері відкрити. Ну, наприклад, я прийду до ліфта, я не знаю, як він... Ви не зможете, нужна хоча б мінімальна осведомленість в конструкції ліфта. Хоча б мінімальна. Тобто знати, де що підключається, де що відключається, яке напряження, опять же, в цих кабелях йде, як його відключити. Тобто мінімальні знання потрібні. Тобто люди, які здійснюють ці крадіжки, вони усвідомлені і дуже добре розуміють ліфтове господарство, так? Насчет дуже хорошо розуміють, я тут не уверен, але мінімально для того, щоб совершити цю кражу, у них знання достатньо. Ви розумієте, в 90-х роках, і я думаю, що глядачі, ви теж пам'ятаєте, ліфтове господарство практично не працювало, ліфти не працювали, і люди багатоповерхівок, особливо люди похилого віку або люди з фізичними вадами якимись, вони були такими заручниками, вони не могли подолати сходинки і вийти на вулицю. Ситуація змінилась, покращилась, ліфти запрацювали дуже добре, але знову проблема, знову з'явились крадіжки. Вандалізм, ну про це взагалі важко казати. Ну, з чим це пов'язано? Як ви вважаєте? Появляються люди, які где-то видели, где-то знають, где-то работали, либо хотят работать на этом рынке, либо ще где-то. Наші люди пройшли повністю перевірку, поліція перевіряла наших людей. І компанія Ніколай Ліфт. Поліція перевіряла саме ваших працівників, так? Всіх працівників, які були уволені там в течение года, двох, трьох літом від Ніколай Ліфта, всі. Даже возили людей на детектор лжи, как он правильно там говорится, проверяли. А ось, будь ласка, як ви думаєте, чи є ефективні методи боротьби з цими явищами? Ну, є. Ну, не можна ж на сьогоднішній момент погоджуватися. Компанія «Центрліфт» в прошлом году смонтировала около 120 блоків диспетчеризації. Тобто, що воно дає? Старая диспетчеризация, которая на сегодняшний момент уже прошла свой срок эксплуатации, мы их рояли называем, они идут от дома по дому. Маленький гром, и провода сразу
вибиває, світ пропав, диспетчеризація не працює. Сергій Маркіянович, вибачте, у нас є звернення від глядачів. Давайте послухаємо, а потім продовжимо, так? Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Алло. Жижинського 56, ОСББ здоров'я. У мене такий питання. У нас почались роботи по установці ліфтів нових. Они продвигались там, наверное, неделю чи две и прекратились. А теперь мы не знаем, когда это будет и вообще оно. Это делает наша компания «Центр Лифт». До Нового года мы выиграли тендер на поставку лифтов, 5 лифтов. Мы привезли турецкие лифты. Они не стандартные ваши лифты, они узкие, длинные. То есть они... спецзаказ был этих лифтов. Мы до Нового года их поставили. Сейчас проходим процедуру тендера «Прозора». И для того, чтобы поменять изменения в проекте, мы две недели, у вас получается лифт старого типа, впереди он сетка рабица состоит. И проектант потребовал, чтобы мы поставили пару дверей, чтобы можно было четкие размеры взять. Планируем, что где-то через неделю-две выйдет проект измененный, и пройдем экспертизу, 2-3 недели мы приступим. Лифты уже у нас на базе. Оборудование частично у вас находится в машинных помещениях, то есть лифты обязательно там в течение месяца, полутора будут работать. Ну, после введения в эксплуатацию. Большое спасибо. Спасибо, что вы с нами. Друзі, ми продовжуємо. Ми зупинились на тому, якими методами боротися. Саме головне, що ми повинні, як два руководителя підприємства «Центр Ліфт» Ніколай Ліфт, сказати, що ліфтовий закон вже помінявся з 2018 року. Ми зараз прийшли на нові правила електробезпечності. Тобто у нас вже рівняє к євростандарту. Що таке євростандарт? Це повинні бути кнопки з підсвіткою, як... Ширина дверного проема должна быть не 600, а 800. Поручни должны, зеркала должны быть. Потом в лифтах не должно быть горючих материалов, рекламы и всего остального. К рекламе мы не имеем никакого отношения, это не наша реклама. Мы оттуда ничего не... Многие люди задают вопрос, это ваша реклама. На сегодняшний момент мы даже, наша компания «Центр Лифт», начали монтировать купе-кабины коричневого цвета, порошковой краской, для того, чтобы людям не интересно было рисовать, чтобы не было эффекта рисования. На сегодня мы полностью переходим на новые правила. Почему мы переходим? Потому что сейчас лифты уже будут принимать по другим законам. И мы стараемся донести руководству города, руководству департамента ЖКХ, что давайте делать. Самое главное, что люди не знают, лифт имеет срок эксплуатации 25 лет. Каждых 2 года должны делать внеочередное обстежение лифтов. Каждый год электроизмерение. Это все делал Николай Лифт бесплатно. А на сегодняшний момент уже эта фирма будет делать платно. То есть и наша компания тоже должна платить за эти услуги. И за эти года, каждых 2 года, то есть лифт проходит, как говорится, заказывает департамент ЖКХ экспертизу, не мы. То есть эксперт дает свое заключение, департамент ЖКХ заказывает сметно-кошторисную документацию и выставляет на Прозоро и определяет, кто будет выполнять эти капитальные ремонты лифтов. И на сегодняшний момент, когда мы зашли в 2015 году, компания «Центр Лифт», мы взялись за 2013 год, да? Да, 2013 год. 2013 год. Мы сейчас добили 2015 год. Ну, я вам так скажу, ну, добили частично. В 2016 году 800 лифтов надо делать, в 2017 году 400 лифтов делать. То есть экспертиза, она как снежный ком, накапливается, накапливается. Люди задают вопрос, почему вы ничего не делаете? На сегодняшний момент мы садились и с Александром Федоровичем Сенкевичем, с Татьяной Викторовной Казаковой я общался. Мы посчитали на 2 компании минимум то, что мы можем запустить. У нас сейчас 800 аварийных лифтов из 2000. 800 аварийных лифтов? Ну, как мы их называем, скажем, аварийных? Требующих ремонтов, которые прошли свой срок эксплуатации. Нагального ремонта або капитального? Он называется капитальный после экспорта. Капитально-негальный. Ну, понятно, мы как лифтовые компании, мы их поддерживаем, мы следим. Почему наши компании вот, интересны городу? Потому что у Николая Лифта 110 человек, у меня там 100 с чем-то человек. И на сегодняшний момент есть такое, как надание послуг технического обслуживания лифтов. Да? И плюс аварийная эвакуация лифтов. Но людей, которые застряли в лифте. Также существует регламентная работа. Регламентная работа у меня около 25 женщин, которые проработали до этого в Николай Лифте по 20, 30, 40 лет. Они что делают? Они каждую неделю, а то и один раз и 2 раза делают осмотр лифтов. Они поднимают лифт на 2-й этаж, убирают приямок, чтобы, не дай бог, что-то там не упал, бычок не загорелось. И плюс просматривают опасные цепи, которые могут произойти. И они докладывают нам, что если есть какая-то поломка. Это называется
полное техническое обеспечение, есть частковое техническое обеспечение. Частковое – это если просто ТО, которые на сегодняшний момент маленькие компании, которые образуются, они надают людям просто ТО. То есть раз в месяц пришел, сделал, что будет через день-два, его уже не волнует. На сегодняшний момент, благодаря вот нашей инициативе Николая Лифта и Центра Лифта, вот мой город еще поддерживаем в таком как режиме. Ну, пытаются появляться фирмы, называя себя конкурентами, набирая там людей, которые за месяц, два, три получают корочки, которые наши люди по 5 лет не могут получить. Ну, это все проверяет структуры, полиция. Короче, ведутся расследования. И оно все на другое накладывается. Где-то появилась какая-то фирма, появился какой-то, может, человек приехал с другого города, понимаете, который жил в другом городе, приехал, он знает, как воровать. Кого-то обвинять, ну, это тяжело. Может, где-то у нас... Не, звинувачувати, але є все ж таки якісь думки? Думки, они, как у любого человека, они всегда есть. Ну, тут надо проверять. Мы хотим довести городу что? Что такое диспетчеризация? Вот это новое, что мы говорили. Сергей Меркіянович, я перепрошую, але у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім продовжимо. Алло, ви в ефірі? Алло? Алло, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. С проспекта Героев Сталинграда вас беспокоит. 81А. Вот у меня вопрос к директору Центра Лифта. Почему нас Евролифт захватил? Это уже вопрос к руководству города. Вы понимаете, лифтовое обладание, он повышенного класса. То есть захвачивать лифты невозможно. Лифт – это машинное оборудование, ну, механизм. Его надо по акту приемки получать и передавать. Николай лифт мне передали, я их получил, я их задефектовал, поломки, лифт едет. А когда появляются определенные фирмы, режут замки и приходят туда, там наше оборудование, механика, вещи, запчасти. Но мы боремся, по сегодняшний момент боремся, надеемся, что руководство города обратит на это внимание. Почему захватил, ну сказать слово захватил, ЖЭК Соляны год нам не платил денег. Накопился долг около 500 000 гривен. Мы под конец года сказали, что все, уже ждать не можем. У нас тоже люди, давайте частично рассчитывайтесь. Но они посчитали, что может им выгодно перекрыть такой вариант, что Николай Лифт отказался их обслуживать, потому что до нас им тоже остались очень много должны. Нам остались должны. И они уже искали любой выход, чтобы кто-то бы их обслуживал. Но мы максимально стараемся этот район не отпускать. Там работает 14 человек, работает 3 опорных пункта. Впервые за 25 лет независимости Украины там работает аварийная машина, которая в течение 5 минут доезжает. Что оно это дает? Не дай бог, мост перекрыли, снег, погода. Машина всегда работает в этом районе. В этом районе 180 лифтов, ну, около 200 лифтов. 2 года мы обслужили, вопросов не было. На сегодняшний момент, видите, вопросы возникают. Надіємося, що це руководство міста вирішить в ближайше час. До речі, ви зараз торкнулись такої проблеми, як борги. Але давайте все ж таки закінчимо напередодні, що ми говорили. Диспетчеризація? Так, так. Що дає диспетчеризація? Ми монтуємо диспетчеризацію, яка працює автономно, без електричества. Тобто, коли ліфт зупиняється, включається аварійне освітлення, человек может нажать кнопочку «Связь с диспетчером». Диспетчеризация, диспетчер у нас круглосуточно, все разговоры записываются. И мы видим, что случилось. Если идет верное отключение лифтов по району, мы можем перезапустить лифт, то есть удаленный доступ к лифту. Мы видим ошибку, и мы следим, когда человек, наш механик, заходит в машинное помещение, кто проник, заходит в машинное помещение. То есть мы знаем всю биографию лифта и какие поломки мы там фиксируем. 120 блоков мы поставили, они себя зарекомендовали с хорошей стороны. Проекты готовы, надеемся, что в этом году выделят деньги, и мы туда поставим. По нашей просьбе завод, который нам производит диспетчеризацию, они сейчас на машины помещения, ну, делают такую сигнализацию, не будем ее озвучивать, чтобы людям тяжело будет уже украсть тоже дверной двигатель, тоже подвесной кабель. То есть, раньше была задача связь с диспетчером. Вы попереджуете. Да, так? Сейчас уже будем просить, опять же, департамент ЖКХ, может, все лифты будем ставить на какой-то пульт, если мы сдадим там 2000 лифтов на одну охранную фирму, ну, как-то будем работать. Их нужно сдавать, наверное, на охрану тогда ДСО. То есть, чтобы, да, у нас диспетчер увидит, допустим, что происходит, допустим, сейчас кража в лифте и так далее. Но давайте смотреть правде в глаза. Если она не будет выведена на пульт Державной службы охраны, ну хорошо, я свою аварийку не могу туда послать.
То есть это обычные электромеханики, которые, да, вовремя приехали на вызов, но они не полицейские, они не могут... Нету спецсредств, понимаете? Да, это может быть просто опасно. Звичайно, небезпечно. Поэтому тут вопрос, он комплексный и требует такого вот глобального решения. У нас снова звонок. Алло, вы в эфире. Добрый вечер. Алло, вы в эфире. Алло. Да. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Мы вас слушаем. Мы в прямом эфире? Звичайно, мы в прямом эфире. Мы вас уважно слушаем. Я бы хотел бы задать вопрос директору центра лифта. Как продвигаются уголовные дела, которые... Як продвигаються справи, які? Да, как продвигаются уголовные дела, которые были порушены в отношении центра лифта по конкретно работам, которые они выполняли на нашем городском хозяйстве. Ну, какие конкретно вопросы? Откуда я могу знать, как продвигается? Владислав Олегович, вы конкретно скажите, что вас интересует? Вы знаете, кто... Меня конкретно интересуют те лифты, которые вы взяли, за которые вы получили деньги. Полиция заказала экспертизу, экспертиза проходит. Без экспертизы никто не может определить. Это вы нам обвиняете, что мы что-то сделали? Я вас не обвиняю, я задаю вам конкретный вопрос. Владислав Олегович, вы лучше на свой Евролифт ответьте вопросы, как у вас продвигается работа в Соляных, а мы потом на уголовные дела ответим. Для этого есть следствие, для этого есть адвокаты и все остальное, если что-то есть нарушено. Есть экспертиза. У меня нету компании, которая занимается лифтами, поэтому... У меня вопрос конкретный к вам. Когда это вы вопрос Витала... задавайте следствию. Я так знаю, что в Евролифта тоже взяли документы за подделку, правда? Обыски были или нет? Владислав Олегович? Да. Не изымали? Я не в курсе. Этот вопрос не по адресу. Я вам задаю конкретно. Но я еще раз говорю. На сегодняшний момент, в 2016 году, по вашей просьбе, было возбуждено уголовное дело. Полиция приехала, взяла документы, заказала экспертизу. Экспертизы пока нету. Что-то обвинять, что мы что-то сделали. Я думаю, если мы бы что-то сделали плохое, то мы бы здесь не сидели. То есть я имею в виду за себя. И на сегодняшний момент предприятие бы 110 человек бы не работало, не обслуживало город. Так, я так розумію, що ми чекаємо на експертизу, так, і потім можна буде зробити... Ну, як можна сказати, що ліфти, 10 ліфтів, які смонтовані, які працюють, люди по сьогоднішній день експлуатують, ну, як вони можуть бути не працюючими? Ви ж взяли їх на обслуження, Владислав Олегович, я так розумію. Ну, я так розумію, що людина, яка зараз телефонує... Це депутат Єнтін, да, Владислав Олегович. Він, у нього є якісь там до вас питання, ну, можливо, і власного питання, характеру. Ну, як можна нас обвиняти, що ми поставили старі ліфти? На кожен ліфт є паспорт ліфта. Кожен ліфт затамажується, розтамажується. Наші ліфти прийняв Держпраці, експертно-технічний центр, тобто дві державні структури. Тобто зараз він обвиняє, що дві державні структури видали неправильні документи. Тобто вони прийняли БУшні або там старі ліфти. Тобто я так розумію, що є деякі непорозуміння між компаніями, які займаються обслуговуванням ліфтового господарства. Так, тут я так можу сказати. Правильно я зрозуміла? Да. І, можливо, ця людина, вона і є представником компанії, яка має якісь там до вас претензії. Ну, це пускай слідство. Звичайно, це справа... Ми обратилися, що Ніколай Ліфт, що центр Ліфт НАБУ, щоб розібралися в цій корупційній ситуації. Люди задають питання, чому такі рейдерські захвати. Я думаю, в ближайшому часі Генеральна прокуратура і НАБУ теж розберуться. Тобто навколо ліфтового господарства... Люди некоторі думають, що тут мільйони можна заробляти, розумієте? Ситуація така непроста, дуже непроста. Ну, опять же, ситуація непроста, але треба брати, працювати і робити. Чим ви і займаєтесь? Ви просто працюєте, так? І тоді ще одне питання. Останнім часом в нашій країні з'явилась така небезпечна тенденція, як збільшення нещасних випадків саме при користуванні ліфтів. Як ви вважаєте, чому так сталося і чи можна цьому запобігти? На сьогоднішній момент є два типи обслуження – повний і частичний. Фирмы, которые не могут позволить содержать большой штат, они занимаются частичным, только техничным обслуживанием. Такие маленькие фирмы, так? Ну, это среднего уровня лифты.
фирмы, которые обслуживают там 150, 20, 30 лифтов. А полное техническое обслуживание лифтов, которое занимается вот регламентной работой, входит, то надо держать большой штат людей. Понимаете? Это 110 человек. Вот Николай лифта 110 человек там у меня. Это 220 человек сейчас на сегодняшний момент это следят за лифтовым состоянием города. Ну, у нас в Миколаєві не було нещасних випадків при користуванні ліфтів? Ну, останній случай у нас був в 2000 році в Миколаєві на проспекті Героя Сталінграда. Там случай був зв'язаний з роботою старої станції управління, яка управляє ліфтом. Вот, до сих пор даже есть эти станции в городе, но сейчас изготовляется уже проектная документация на смену этих станций на новые. То есть в ближайшее время они будут уже поменены. А основная причина этих несчастных случаев – это старость уже лифтового оборудования. То есть и в Николаев не исключение, лифты очень старые. И их треба змінювати на нові, так? Нужно проводить капитальный ремонт, модернизировать или менять на новые, да. Но вот все упирается в вопрос денег. То есть мы готовы это все делать. При наличии финансирования. Есть два варианта. Либо вложить чуть-чуть больше, заменить новый лифт и забыть на 25 лет, что такое лифт. Либо делать частичный ремонт, замена станции, лебедки и на 2-3-4 года продлевать. То есть тут в зависимости про финансы. І ще одне питання – це борги за користування ліфтами. Будь ласка, якщо прослідкувати цю схему, люди сплачують ЖЕКам або іншим організаціям, а потім ті вже доводять до вас, так? У вас... Да, схемы их на самом деле две. То есть первое, это человек заключает с ЖЭКом договор, который обслуживает эти дома. ЖЭК начисляет в квартплату, соответственно, плату за обслуживание лифта, за техническое обслуживание. И после того, как собирает деньги, по договору должен перечислить нам за обслуживание лифтов. Вторая схема, это по решению Николаевского горисполкома 2003 года, это заключение так называемых прямых договоров. То есть, когда люди непосредственно нам напрямую платят, тоже по отдельному договору. Ну, благодаря этому мы только, я так понимаю, выживаем, потому что вот оплата, скажем, ЖЭКов вот с Нового года очень низкая, крайне низкая. А чему так выявляется? Тариф не поднят, минимальная зарплата поднялась. С тарифа с 1400 гривен еще. Тариф создан с 1400 гривен минималки. То есть, да, то есть ЖЭКу нужно решать свои вопросы с зарплатой, свет, отопление, газ. Это же все поднялось, но в тарифе это не было отображено. Соответственно, как-то так получается, что нам в последнюю очередь нужно заплатить деньги. І ще хто виділяє кошти, я так розумію, що міська влада на такі великі роботи? Так, да, це департамент жилищно-комунального хозяйства. Вам вистачає цих коштів? Якби, є дві форми оплати. Якщо це ЖЕК, департамент ЖКХ оплачує 100%. Якщо це ОСМД, 10/90 ремонт ліфтів. Нам як... На сегодняшний момент мы посчитали, что где-то хотя бы, чтобы сейчас восстановить лифты, на один лифт надо 100, 150, 200 тысяч гривен. Вам вистачає цих коштів? Нам їх не виділяє. Нам виділили тільки в цьому році 3 мільйони. На цей рік. Тобто ми можемо зробити тільки 20 ліфтів. Ну і поки ще все в процесі. Тобто фактично ми не почали ще ці ремонти. Ну ми б найголовніше хотіли попросити, щоб люди внимательно берегли своє імущество, слідили, хто там ходить в цих під'їздах. Тому що біда нужна тільки тим, які в цьому під'їзді і знаходяться. Понимаете? Тобто ну, люди рішають. Звонять, говорять, украли. Щоб люди слідили, хто ходить, що роблять, зачем роблять. У кожного механіка є удостоверення, перевірити, що за чоловік. Тобто кожен чоловік, який возле ліфта, він має удостоверення. Тобто, щоб люди не були байдужими, але мені здається, що наші люди не такі вже і байдужі, і миттєво реагують на будь-які несподіванки. Але ну, я бы так не сказал, допустим, если мы с главным инженером проводим проверку работы механиков, то есть у нас нет ключей, мы стоим, ждем под подъездом, потом заходим, начинаем, грубо говоря, проверять этот лифт. Ни разу никто не поинтересовался, а что, собственно говоря, вы тут делаете. Да. Никогда такого я не заметил. Ну, факт є факт. Друзі, час нашого ефіру добігає до кінця. Спасибі вам, що ви були з нами. У нас в гостях були директор колективного підприємства «Миколаївліфт» Максим Хівріч та директор товариства з обмеженою відповідальністю «Центрліфт» Сергій Швець. Ми сьогодні обговорювали, як зберегти та покращити ліфтове господарство Миколаєва. А зараз все. На все добре.